Представляю вам один из первых компьютеров Роботрон 1715М. Это компьютер уровня XT. Вот что он из себя представляет. Два 5-дюймовых флоппи диска. На передней панели кнопочка Reset. Кнопка включения компьютера. Слева сбоку разъем для подключения клавиатуры. Роботрон 1715. Точнее, модель указана вот на этом шильдике. Вот она. Сейчас попробую навести резкость. Вот. W1715/33.1. Разъем подключения блока питания. Предохранитель, как вы видите, в отличие от современных компьютеров, выведен наружу. Ну и разъем интерфейса. Как видите, в этом образце графического выхода на дисплей нет. Вот он, выход на дисплей обычный. Рядом графический дисплей, заглушечек стоит. То есть нет этого контроллера видео. Такой вот компьютер. Работа на этом компьютере осуществлялась следующим образом. В один из дисководов вставалась, ну, так скажем сразу, дисковод А. Вставлялась дискета с операционной системой. Компьютер загружался. Запускалась какая-то среда для работы. Ну, например, лексикон. Я уж не помню точно. Ну да, лексикон точно был. И люди приходили со второй дискетки, вставляли во второй дисковод и редактировали свои тексты, либо печатали. Ну и самым важным аксессуаром были вот эти вот картонки, которые при хранении или транспортировке вставлялись в дисководы вот таким образом, чтобы хвостик торчал около лампочки. И головки опускались на картонку. Вот так. Такое чудо братья-демократы в ГДР делали.